Если у вас какие-либо вопросы? Да. Мы знаем, что Бог сказал Адаму, что если он вкусит от запретного плода, то умрет. Адам не послушался Бога и умер. И после этого грех Адама перешел на людей, был вменен людям. Поэтому вопрос у меня вот такой. Является ли грех генетическим? И также, что вы думаете по поводу стиха, записанного в книге пророка Иезекииля? Что человек не умрет за беззаконие отца своего, но будет жив. Хороший вопрос. И первый вопрос — наследственный ли грех? И здесь необходимо убедиться, что мы правильно поняли вопрос. Если вопрос означает, я думаю, что именно это он и означает, но поправьте, если я не прав, потому что я думаю, что вы задаете вопрос, передается ли грех от одного поколения другому по наследству. Вина не передается от одного поколения к другому. И мы об этом поговорим, когда будем говорить о том, как грех Адама был вменен человечеству. Вина вменяется нам в тот момент, когда Адам согрешил. Но вот что касается испорченности, то вот испорченность передается каждому человеку из поколения в поколение путем естественного воспроизведения. И если, говоря генетически, вы имеете именно это, то да, испорченность передается по наследству в результате естественного воспроизведения. Но вот вина не передается путем естественного воспроизведения. Но если вы имеете в виду нечто иное, что в результате греха Адама произошел сдвиг в генетическом коде каждого человека, что теперь у человека гены таковы, что более вероятно, что он совершит грех, то очевидно, что авторы Библии не имели никакого представления о генах. Поэтому далеко не ясно, могли ли они подразумевать нечто подобное. Я не знаю, могут ли ученые выделить сегодня какие-либо гены, которые отвечают за поведение, и сказать, вот эти гены представляют греховную природу, они ответственны за греховные наклонности в человеке. Я думаю, что подобные вещи вы не рассмотрите под микроскопом. Разглядывая под микроскопом, можно лишь увидеть, что человек, скорее всего, заболеет какой-то болезнью, или у кого-то будут определенные физические особенности. Но вот что касается нравственных и духовных аспектов, то вот здесь генетический анализ бессилен. Я понимаю, что, скорее всего, вы имели в виду первое, а не второе. Но вот что я бы сказал по поводу того и другого. Теперь, что касается текста, записанного в книге Иезекииля, вы абсолютно правы. В этом тексте говорится о том, что никто не умрет за грехи кого-то еще. Каждый умирает за свои собственные грехи. И это касается не только тех грехов, которые мы совершаем после нашего рождения, зная о Божьем законе, о Божьих заповедях. И вы правы, задавая вопрос, как человек может быть виновен за грехи, которые им не совершены. И это представляет проблему для сторонников пелагианства, потому что сторонники пелагианства говорят, что никто не совершал греха с Адамом. Но к этому также можно добавить, что я не виновен за грех Адама и не унаследовал никакой испорченности от него. Поэтому в заслугу сторонникам пелагианства можно поставить то, что они последовательны, хотя последовательны они неправильно, но во всяком случае они последовательны. Но вот если мы рассмотрим полупелагианство, то они также говорят о том, что люди невиновны в грехе Адама, потому что не они совершили этот грех. Адам его совершил, поэтому на нас не переходит его вина, но переходит испорченность. И тогда вопрос, который вы задали, совершенно уместен. Если я не совершал грех Адама, то почему я ощущаю последствия этого греха на себе? И после того, как мы закончим рассмотрение полупелагианства, мы перейдем к двум другим теориям, которые занимали доминирующее положение в протестантском богословии.
И в обоих этих теориях вы найдете такой ответ. Да, человек должен совершить сам поступок, чтобы быть обвиненным за это и быть наказанным. Поэтому обе эти теории утверждают, что каждый человек каким-то образом присутствовал в Адаме и совершил грех Адама, поэтому он и наказывается. Каждый человек каким-то образом действовал, когда Адам действовал, совершая грех. Поэтому каждый человек совершил грех в Эдемском саду. И поэтому правильно говорить о том, что каждому человеку вменяется вина Адама и переходит его испорченность. Как это может быть справедливо, если судить по тексту, записанному в книге Иезекииль? Это справедливо, потому что мы присутствовали в Адаме и совершили этот грех. Мы согрешили вместе с ним. Или он совершил этот грех как наш представитель. И когда кто-то действует от вашего имени, то как будто вы так действуете. Но вопрос очень хороший, спасибо, что вы его задали. Именно такие вопросы и должны задавать богословы. Потому что мы знаем, что говорит Писание, что Бог справедлив, и Его действия в этом мире праведны. Хотя есть моменты, когда это кажется не так очевидно. Поэтому неудивительно, почему так много споров ведется по поводу того, почему же грех Адама вменяется всем людям. Если я не присутствовал в Адаме, не совершал этот грех, то почему справедливо наказывать меня за этот грех? Да, пожалуйста. У меня два вопроса. Первый вопрос касается пелагианства. Если нам не передается первородная вина и врожденная испорченность, то почему тогда мы согрешаем, совершаем греховные поступки? Причина ли в обстоятельствах или во внешних факторах? И второй вопрос касается полупелагианства. И, пожалуйста, поправьте меня, если я что-то понял неправильно. Очень часто я слышу, причем в евангельских кругах, о том, что есть возраст, когда человек невиновен. И когда умирают маленькие дети, именно этим пытаются утешить, что дети будут с Господом. Может ли евангельский христианин говорить о невиновности младенцев и при этом не быть сторонником полупелагианства? Спасибо. Позвольте мне сначала ответить на второй вопрос. Это очень хороший и уместный вопрос. Каждый христианин, какой бы теории он ни придерживался, задается вопросом, что же происходит с младенцами, с маленькими детьми, когда они умирают? Особенно это касается смерти тех детей, которые еще не могут различать добро от зла, когда они мало чего понимают. И я полагаю, что наиболее распространенный ответ в этом случае будет следующим. Большинство христиан скажут, что такой ребенок окажется с Господом на небесах после смерти. Никто не будет утверждать, что ребенок обречен на вечное наказание и отделение от Господа. Никто не будет говорить о чистилище. Ребенок идет Господу на небеса. Но тогда встает вопрос, а как это может быть? Что ж, ответ сторонников пелагианства очевиден. Этот ребенок никак не связан с грехом Адама. Адам лишь показал плохой пример, но ребенок слишком мал, чтобы осознать этот плохой пример. Понять, что же совершил Адам и в чем заключается этот плохой пример. Поэтому ничего не удерживает этого младенца от попадания на небеса. Этот младенец еще не совершил греха, за который он может быть наказан. И хотя Христос умер, чтобы заплатить за грехи каждого человека, в случае с младенцем нет греха, за который необходимо платить. Если мы обратимся за ответом к сторонникам полупелагианства, они скажут, что вины Адама на младенце нет, поэтому нет нужды оправдания, но есть испорченность. Но тогда крещение младенцев решает эту проблему. Но что же происходит, если младенец умирает до крещения? Скажем, ребенок умирает во время родов. Я думаю, что никто из сторонников полупелагианства не скажет о том, что этот ребенок окажется в аду и будет там вечно. Я думаю, что они скажут вам, что Бог по своей милости и благодати спасет такого ребенка.
К сожалению, я не знаком с учением Римско-католической церкви. Может, кто-то из вас знаком? Поэтому поправьте меня, если я не прав. Но мне кажется, что католики, придерживающиеся полупелагианства, скажут, что ребенок, быть может, не сразу окажется на небесах, так как ребенку необходимо будет очиститься от врожденной испорченности, поэтому, быть может, не сразу ребенок окажется на небесах. Но, с другой стороны, если вы придерживаетесь других взглядов, есть несколько других теорий, согласно которым младенцам вменяется грех Адама, меняется вина Адама и испорченность, и понятно, что речь идет не о полупелагианстве, то тогда как сторонники этих теорий отвечают на вопрос, что происходит с младенцем, который умирает при родах или умирает прежде, чем в состоянии отличать добро от зла. И обычно вы услышите, что протестанты отвечают таким образом. Они говорят, что да, младенцы, даже умершие при родах, несут на себе вину Адама и его испорченность. И они далее скажут, что милостивый Бог не будет наказывать за то, что человек совершил по неведению. И у ребенка не было возможности покаяться, потому что он не вырос до возраста, когда в состоянии понять, что он виновен. Но я думаю, что здесь можно сказать несколько больше, а не только лишь то, что Бог многомилостивый. И здесь, я думаю, мы можем уповать как на Божью милость, так и на Божью справедливость. Я не думаю, что справедливо будет наказывать кого-то за то, что он делал, будучи неспособным понять, что это неправильно. Поэтому встает вопрос, неужели Бог навечно осудит такого младенца, осудит на вечное наказание? Но кто-то может возразить и сказать, подождите-ка, ведь этот младенец уже грешник, ему уже вменен грех Адама. Как же быть с этим грехом? Что ж, здесь можно дать такой ответ. Этот грех устранен. Во-первых, когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, Он умер за грехи всего мира. Если вы верите, что Христос умер только за грехи избранных, то это немножко иной разговор. И те, кто считают, что Христос умер только за избранных, скажут, что если ребенок умер при родах или в младенчестве, то он избран, поэтому за его грехи Христос также умер. И грех этого младенца омыт кровью Христа на Голгофском кресте. И поэтому мы должны отметить, что Бог не пренебрегает правилам, согласно которому за каждый грех должно быть наказание. Его справедливость не пострадала, так как Христос заплатил за грехи на Голгофском кресте. И он также справедлив, так как он не ожидает, что ребенок, будучи неспособным понять свой грех, будет за него отвечать и нести наказание. И также мы можем говорить о том, что здесь есть место для Божьей благодати, потому что Бог мог бы сказать, что для того, чтобы оказаться на небе, необходимо иметь веру. И мы можем говорить о том, что многомилостивый Бог уж точно понимает, что грех этого младенца, совершенный в Адаме, уже оплачен Христом, и Бог, будучи Богом благодати и Богом справедливости, не накладывает непреодолимых требований, тех требований, которых младенец не в состоянии исполнить, и такой младенец окажется на небесах. Поэтому, что касается вашего второго вопроса, то нет, не обязательно быть сторонником полупелагианства, чтобы верить, что ребенок, который умирает при родах, оказывается на небесах. А теперь, пожалуйста, напомните первый вопрос. Согласно пелагианству, не передается ни вина, ни испорченность. Но как тогда они объясняют, что люди согрешают? Ну, посмотрите, что говорят сторонники пелагианства. Люди рождаются, по сути, в таком же состоянии, в котором и был Адам. И посмотрите, Адам, находясь в таком состоянии, согрешил. Поэтому что удивительно тогда, что и люди, находясь в таком состоянии, согрешают.
если бы Адам и Ева были сотворены таким образом, что они не могли согрешить, для них это было бы невозможно, то тогда это иной разговор. Но Адам и Ева могли согрешить, и точно так же можем и мы. Поэтому сторонники пелагианства говорят о том, что человек может быть искушаем и может совершить грех. Что ж, хороший вопрос. Да, пожалуйста. Согласно пелагианству, люди оказываются в таком состоянии не из-за греха Адама. Таково естественное состояние человечества. Должны ли мы также не соглашаться и с этим доводом, что естественное состояние человечества изначально не было таким? Что касается того, должны ли мы, то нет, мы не должны, никто никого не заставляет. Вопрос в другом. Что же учит Писание? И церковь на протяжении всей своей истории утверждала о том, что в послании к Римлянам 5:12 очень ясно говорится, что люди умирают из-за греха. Об этом говорится очень ясно. Но не путаются ли здесь понятия духовной и физической смерти? Но тогда вопрос, как вы считаете, в Бытие в 3 главе говорится только лишь о физической смерти? Представляется, что речь идет и о физической, и о духовной смерти. И вы, конечно, правы, путать здесь нельзя. Но здесь необходимо отметить вот что. Если вы говорите, что смерть все равно произошла бы, даже если бы никто не согрешил никогда, то я не думаю, что кто-либо согласился с тем, что смерть сама по себе есть нечто хорошее, приятное и так далее. И тогда встает следом другой вопрос, почему Бог сотворил мир таковым, что в нем умирают? Ведь это не похоже на то, как действует Бог. Но, как я уже сказал, и 3 глава книги Бытие, и 5 глава послания к Римлянам очень ясно говорят о том, что смерть вошла в этот мир в результате греха. И как я понимаю, если бы не было греха, то не было бы и смерти. И вы можете спросить, ну а что бы было тогда? И мы с вами настолько привыкли к старению, видеть процесс старения, мы настолько привыкли видеть, что люди стареют, седеют, на лице появляются морщины, что для нас очень сложно помыслить что-либо иное, и, скорее всего, было бы все не так. И суть в том, что мы живем в падшем мире, и в падшем мире наши тела функционируют не так и живут не так долго, как они бы жили до грехопадения. Если предположить, что было бы, то, возможно, люди бы становились старше, но не было бы старения в том негативном виде, в котором мы испытываем это сегодня. И если бы Бог все еще планировал сотворить новое небо и новую землю, то в какой-то момент Он бы прославил тела людей, чтобы они смогли жить в новом месте. Но Он сделал бы это не из-за того, что вынужден избавиться от последствий греха людей. По-моему, кто-то еще поднимал руку. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. Кажется, что когда мы обсуждаем эти вопросы, мы слишком часто говорим, что было бы несправедливо, если бы Бог сделал то, или чтобы Он делал другое. Особенно, когда речь идет о детях, об их участии. Вот на чем оппоненты пелагианства строили свое понимание несправедливости. Что ж, я думаю, обычно на Библии. И Библия... Что такое справедливость? Библия раскрывает Бога как Бога справедливого. Хорошо, на Библии. Но каким образом они это делали? Но вы понимаете, что мы не хотим навязывать понимание 20 века в вопросе этики на людей, которые жили в прошлые века. Люди читали Библию и понимали, что Бог справедлив.
Если вы спрашиваете о том, какой конкретной теории справедливости они придерживались, вы помните о том, что большинство людей в средние века не умели читать. Очень мало было образованных людей. Я думаю, что их понимание справедливости в основном заключалось в том, что вы получаете вознаграждение или наказание, в зависимости от того, что вы делаете. Кто-то считал, что справедливость в том, что все получают одинаковое возмездие. И, конечно, это не объясняет в полноте, почему справедливо быть наказанным за то, что сделал Адам. И основной вывод, который можно сделать из 5 главы послания к римлянам, заключается в том, что Павел говорит, что все согрешили, и всем людям, живущим после Адама, вменяется грех Адама, всем меняется вина и испорченность, и все люди должны быть наказаны. И даже несмотря на то, что Павел не добавляет комментарий, не говорит, что он имеет в виду под справедливостью равенство, все равно очевидно, что имеет в виду Павел как раз справедливое возмездие, что каждый человек получает вознаграждение или наказание пропорционально тому, что он делает, хорошее ли, что он делает, или плохое. И представляется, что именно это имеет в виду Павел, когда пишет свое послание, если речь идет о теории справедливости. Но опять же, мы должны проявлять осторожность, чтобы не заставлять Писание говорить то, что оно не говорит, или чтобы не навязывать поколениям, жившим в первые века, идеи и представления, которые царят в современном философском мире. Эти представления уместны в современном контексте, но мы понимаем, что люди, жившие в первые века, не могли этого знать. Поэтому я думаю, вы правы, что задаете вопрос, о какой справедливости идет речь. И создается впечатление, что речь идет о справедливости, согласно которой каждый получает пропорциональное возмездие. Но все-таки все еще остается вопрос. Даже если каждый получает пропорциональное возмездие, можно спросить, а что же они сделали, чтобы заслужить это? И как только вы задаете такой вопрос, и ставите вопрос таким образом, то вы говорите, что в действительности мы хотим знать, справедливо ли Бог распределил возмездие и награды в зависимости от того, что люди сделали. И я хотел бы сказать вам еще вот что. Вот эта доктрина о вменении греха Адама, особенно если вы будете придерживаться взгляда, который мы называем классическим протестантским взглядом, то вот эта доктрина, согласно которой утверждается, что мы наследуем как вину Адама, так и испорченность, и из-за этого мы склонны делать то, что является злом в Божьих очах, то вот эта доктрина является камнем преткновения для многих неверующих, потому что они не могут понять, как все это может быть справедливо. Они скажут вам, «Ну посмотрите, ведь меня там не было. Во всяком случае, я не помню, чтобы я там был. Поэтому как можно говорить о том, что я сделал что-то там намеренно, умышленно нарушил какое-то правило? Поэтому обвинять меня в этом представляется мне, ну, совсем несправедливо. Тем более, что наказание кажется чудовищным. Ведь в результате мы не только физически умираем, но так как человек виновен в грехе Адама и не обращается ко Христу за прощением и не принимает Христа, и, совершив свои грехи, так как начал он уже, будучи грешником, то такой человек осуждается на вечную погибель. Осуждается, да, за свои грехи, но также и за грех Адама.
И это кажется несправедливым. Не только потому, что человек не ощущает, что он был с Адамом и что-то совершал. Но если говорить о том, что Адам согрешил как наш представитель, то выбирал ли кто-либо из нас такого представителя, кто-либо голосовал за него? Участвовал ли кто-либо из нас в избрании Адама? Никто из нас не высказывал своего мнения по поводу того, кто будет нашим представителем. И если я виновен за то, что сделал Адам, и при этом не имел выбора, выбор Адама был навязан мне, как это может быть справедливым? Как христианство может быть справедливым, если оно включает в себя такую доктрину? И это означает, что с апологетической точки зрения мы должны это объяснить. Конечно, задача богослова отличается от задачи апологета. Богословы определяют, что же говорит Писание, чему оно учит и что это означает. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.